Всем привет! Хочу с вами поделиться идеей, которая мне очень нравится, и зародилась она очень и очень давно, еще в шумеро-вавилонский период, когда человек заболевал, к нему приходило два человека. Одного называли Асуту, а другого Ашипу. Асуту занимался физиологией человека, он осматривал, где болит, не болит, какая стадия болезни, он выписывал все возможные примочки, лекарства и тому подобные вещи. А вот Ашипа, он занимался духовной составляющей, он определял прежде всего, откуда растут ноги у болезни, является ли она следствием дурных поступков человека, или, например, это дурной сглаз, или еще что-то, и в зависимости от этого проводил уже свои, скажем так, мероприятия, молитвы, заклинания, целительские практики. И вот так они вдвоем в тандеме лечили человека. Мне кажется, это очень правильный подход и в глубокой древности, и сейчас бы он не помешал, ведь сейчас бытует мнение, что все болезни от нервов. Так почему же ходит один там участковый или все приходят к одному терапевту, и рядом с ним не сидит хотя бы психолог, раз есть такое мнение, да? Мне кажется, что в современном мире что-то подобное надо возрождать, и тогда общая, скажем так, эффективность вырастет. Я всегда за то, чтобы комбинировать, не противопоставлять, да, например, целительство и официальную медицину, а возможно их объединить на благо людей. Пишите в комментариях, как вам такой подход, нравится, не нравится, будет полезен или не очень. Всем удачи и здоровья!